посмотрите на экран. Это натуральный китайский чай. Я большой любитель чая, и, наконец, моя мечта сбылась. Я решился и купил целый годовой запас настоящего китайского чая. Помогли мне ребята с сайта moichai.ru. Вы посмотрите, пришла целая коробка. Тут и обычные черные чаи, и пуэры, и улуны, белые, красные, зеленые. Кстати, если что, то ссылочку на сайт, где можно купить качественный чай, я оставлю в описании. Доставят чай в любой уголок земного шара. Так-то лучше. Господа, с прискорбием сообщаю вам, что вы мертвы. Том, я могу помочь. Разве не иронично? Время покаяния. Считай это прощальным подарком. Шеф, музычку. Damn right, and I do it again. 'Cause